Добрый день, уважаемые дамы и господа. Готов рассказать, для чего нужна беседка на собственном участке. В первую очередь для релакса и для отдыха. Здесь в этой беседке прекрасно можно провести время, отдохнуть, расслабиться и развеяться. И при этом наблюдать, как ваши дети прекрасно себя чувствуют в водичке. Вот у нас подъем на второй этаж. Мы с вами поднимаемся. Для взрослых, конечно, это очень хорошо, здесь удобно. Здесь сделано 12 ступеней, и на вот этом угле наклона, то бишь, очень удобный шаг. Удобный поручень. Вот мы поднимаемся с вами на второй этаж. Очень легко и свободно. Ширина ступени 300 мм, а высота подъема 180 мм. 18 сантиметров, удобный шаг. Поручень сделан так, что вот на него, в принципе, при моем весе, ну вот так, 85-90, то свободно могу облокотиться. То бишь, это безопасно. Здесь удобно, прекрасно расположить шезлонги и можно загорать. В хорошей взрослой компании здесь можно расположить какие-то столы и прекрасно провести время. А внизу, вот там внизу, можно закрыть мягкие окна, которыми оснащена эта беседка. И там превосходно будут чувствовать себя дети. Можно сделать абсолютно другую решетку вот здесь, потому что столбы сделаны надежно. Размер этой беседки 6х4. Здесь у нас площадь получается вот этого верха 5х4. Вот это 20 квадратных метров. Это прекрасная такая игровая комната. Здесь можно все. Батут. Выдержать все, что угодно. Можно батут поставить, можно шезлонг поставить, можно сделать качельки. Отсюда вид прекрасный. Также здесь можно очень удобно и хорошо проводить любые торжества. Такую беседку можно поставить в любых комплексах на берегу озера, водоема, там, реки. Еще беседка сделана таким образом, у нее ровный пол. И вода, которая попадает сюда, она здесь не стоит. Она проходит вот сюда вниз. Если мы посмотрим очень внимательно, у нас вот здесь есть выступ такой, и вода стекает вот сюда и уходит вот туда вдоль. То бишь, туда вниз вода не протекает никаким образом вообще. Вот зона первого этажа. Сделана здесь подсветка. Вот таким образом сделаны розетки. Мягкие окна вот эти, их можно разделить. Если мы хотим, у нас было желание сделать входную группу здесь сегодня. Но если нам это не нравится по той или иной причине, или что-то нам это мешает, мы можем свободно закрыть эту часть и можем отделить вот эту. Вот так вот. Легким движением руки наши брюки превращаются, и также наши мягкие окна превращаются в а-ля отдельный вход. Другой. Вечерами, чтобы не было у нас комариков, то мы это дело опускаем. Таким образом мы сохраняем тепло. У нас есть прозрачность, мы все видим. Нас зато никто не слышит. И мы сидим себе там, в своей дружной, большущей компании. Заказывайте беседку в барыне. Ставьте лайки, подписывайтесь. Мы всегда с вами и всегда сделаем то, что вам хочется. На любой вкус и пожелания.